Живая история. В Подмосковье состоялся международный военный исторический фестиваль «День Бородина-2017». В честь 205-й годовщины знаменитого сражения с армией Наполеона более 1500 человек приняли участие в его масштабной реконструкции. Самые зрелищные кадры в нашем сюжете. Это не кадры из исторического фильма. Это русская армия вновь встретилась на поле битвы с наполеоновцами. Точно так же, как в далеком 1812 году. Только пушки, к счастью, уже гремят не по-настоящему. Реконструкторы воспроизвели бой за Шевардинский редут. Он состоялся за несколько дней до легендарного Бородинского сражения. Люди воевали не для того, чтобы убить человека. Это не было какой-то целью или самоцелью, а надо было разбить противника. И в тот момент, когда он попадал в плен, все, он не враг. Его можно посадить было с собой за стол. Люди воевали по правилам. Вот это совершенно 20 век уничтожил, а 21 век так до сих пор не вспомнил, что люди воевали. Они были внутри рыцарями, и они были милостивы к побежденным. Почувствовать себя настоящим рыцарем того времени, пожалуй, мечта любого юноши. Примерить гусарский мундир, оседлать коня и взять в руки оружие. Но главная цель таких реконструкций – дань памяти погибшим на поле сражений воинов. И очередное напоминание о том, что Россия – непобедимая страна. Французская армия напала на Россию, а не наоборот или там в результате чего-то. Поэтому враг пришел извне. Вот. И, как говорил Александр Невский, кто к нам с мечом войдет, тот от него и погибнет, что, в общем-то, и стало правдой. Свидетелями масштабного зрелища стали тысячи людей. И это не только жители Москвы и Московской области. На фестивале можно было встретить гостей из различных стран, в том числе и из Франции. Стоит отметить, многие люди пришли на реконструкцию вместе с детьми. Мы третий год уже приезжаем на реконструкцию. Очень нравится. Грандиозные происходят здесь события. Спасибо огромное тем, кто устраивает такое мероприятие. Очень интересно. Международный фестиваль «День Бородина» проходит ежегодно в первое воскресенье сентября. На этот раз в зрелищной баталии приняли участие военно-исторические клубы наполеоновской эпохи из России и ближнего и дальнего зарубежья. Всего события двухвековой давности показали порядка 1500 реконструкторов. Луиза Егиазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.